Путин совершенно очевидно озабочен демографическим кризисом в России. Естественно, возникает вопрос: парень, а ты не пробовал прекратить войну и создать людям нормальные условия жизни? А он, кстати, собственно, поэтому он ворует детей в Украине. Более того, он совершенно явственно метит таким же образом демографически и в Украину, потому что я обращаю, что одна из частей его стратегии – это, конечно, обезлюживание Украины. И я должна констатировать, что он серьезных, к сожалению, очень успехов добивается, потому что я не знаю точных данных, но то есть я не даже сейчас не осмелюсь сказать цифру, потому что мне называли совершенно ужасную цифру, сколько людей осталось в Украине, а сколько уехало на Запад.